Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости и зрители моего канала, с вами ДФ. Ну и как вы поняли из названия, это анонс стрима, который пройдет сегодня в 5 по Москве, немножко пораньше, потому что народ разбегается, народ живет в разных часовых поясах. В общем, Escape from Mars, игра Space Engineer, ну а на фоне у меня Frontier Pilot Simulator. Для тех, кто не видел, довольно-таки давно снимал по этой игре, и рандомные комментарии получит от меня один халявный ключик. Игра, по сути дела, такие летающие дальнобойщики. И уж больно здесь приятная музыка, друзья мои, музыка в этой игре просто волшебна. Так, карту ветров мне, пожалуйста. В общем, вся сложность в этой игре заключается в том, чтобы именно управлять. Играю на мышке с клавиатурой. Попробовать мне писали, что это в принципе реально, а теперь еще и допилили у нас управление, и стало вообще прям приятно. В принципе, летать, вы знаете, можно вполне и даже довольно-таки приятно. Музыка классная. Вот за музыку вот отдельный лайк данной игре. Так что рандомный комментарий получит ключик. А чтобы не было никаких заблудших душ, собирателей ключей, естественно, никакого упоминания в названии видео о ключике не будет. Просто анонс. Тот, кто посмотрел, тот молодец. Это вас немножко простимулирует смотреть остальные мои видео. В общем, подзалип я в данную игру немножко. И даже бы сказал, и не немножко. Так, приземлились. Забираем расширенные рационы. Заправляем наш корабль. Вот появился вот такой интересный кран, который нам в задницу вот это вот все удовольствие и вставит. Как сказать, настроечки средневысокие, FPS 55. При великому сожалению приходится FPS отображать фрапсом, потому что почему-то Shadowplay на FPS не работает. Это все можно скипать, поэтому полетели-ка отсюда. Добавили квесты, очень много всего добавили интересного. Она вот туда вот надо и вот эту гору облететь. Сейчас как шваркнуть вот об эту башенку. Убираем все лишнее. Ход они еще не доделали, при великом сожалению, но выпустили новые транспортные средства. Вот так вот, нежненько, нежненько летим. На вот туда. В общем, атмосферные эффекты, ветра, да много чего доделали. Там патчноут довольно-таки глобальный есть на данную игру. И вот что-то зашел, отдыхая от инженеров, и понял, что хочу в нее поиграть и вам показать. В общем, как-то вот так. Давайте приземляться. Понежнее, правда, хотелось бы. Сюда, что ли, мне? Да, продай рацион здесь. Ой-ой, клавишу попутал. Сейчас будет первый удачный дубль. Нет, нормально. Клавиатуру, мышка, допилили управление. Молодцы, однозначно. Теперь вполне можно и без джойстика играть. Давай, повернись-ка. Но мышка до сих пор не пропадает. Хотя я уже полгода назад писал. Говорит, сделайте, чтобы мышка с экрана пропадала, либо была невидима. Она, в принципе, нафиг здесь не нужна, только вот крутить кораблем. Ой, тут еще и это. Отдаляться можно. Ну-ка. Фу. Вот таким быть. Мешает курсор. Вот если честно, мешает. По крайней мере, ванильный уж точно мешает. Продай рационы здесь. Ну, давай паркуйся. На джойстике, да, поудобнее, но клавиатура, в принципе, летает. Все, я припарковался. За 3 минуты как много всего успели. Рационы, заберите свои рационы, заправьте меня полностью. И давайте посмотрим, что от нас еще. Сейчас у меня из задницы вот это все достанут. А, здесь нельзя. G-батареи можно приобрести. Смотрите, даже на место посадки положил. Красота, да и только. Так, нет ли у нас тут члена? Так. Alt-1. Вот. До колонии шахтера, практически соседи. Читать некогда, и слишком снизу это все написано. Но худ они будут допиливать. Сейчас в начале сама игра. Ветра можно выключить. Так, ну что, члена-то нет? Давайте посмотрим карту, что у нас тут появилось в карте. Так, здесь у нас ничего особо нету. Здесь ожидающий пассажир. Здесь ничего хорошего. Здесь улучшить наш космолет. Да, давайте туда и пролетим. Хотя, такое себе. Полетим мы вот сюда. Как же мне нравится музыка в этой игре. И какой же громкий взлет, блин. Так, порт в 3 километрах. Сразу же говорю,
Вот такие коротенькие перелеты, это только на первой стартовой миссии, если это можно так сказать. Потом вы перелетаете на основной континент, и там уже, как настоящие дальнобойщики, на больших-больших и толстых самолетиках. Все вот это недоразумение, вот будем нежно так вот планировать. Нежно. Вот, даже там что-то он появилось, я раньше такого и не видел. И переговоры появились, что тоже добавляет нам немножко антуража в данную игру. Вот он. Инженер Инги Нильсон. Я лечу к тебе, милая. Успею затормозить. Вот это все время правдами-неправдами расчет. Ой, больно будет. Нет. Ой, прям на лысину приземлился. Вы только посмотрите, какой я умница. Заходи, дорогой, гостем будешь. Эй, приятель. Alt 1. Да. А сразу же закрыть нельзя? Или улететь нафиг, пока он не зашел? Нет, к сожалению, нельзя, хотя было бы весело. Помнится, в ранних альфах было можно. Так, что от меня хотят? Я внутри, космопорт. В принципе, куда мы и собирались, в космопорт. Прям напрямую пролетим тогда. Хватит нам горючки, не хватит. Расширенные рационы и тому подобные гадости. Так, чего ты? Да. Успокойся. Мы уже улетаем. Куда ты пошел? Фу ты, дурак. Это я дурак. Заходи, дорогой. Эй. Садись, я все улажу. Вот злый день писюкатый, а. Пассажира. Сейчас мы от него отъедем. Да, конечно, левый альт и один. Конечно, подброшу. Заходи, надо было сразу дверь закрывать и взлетать, пока этот сукодей не убежал. Икс. Осторожно, двери закрываются. Взлет. Вдохнуть и не дышать. Так, куда нам? Нам надо разворачиваться. Поэтому развернемся. Сейчас об эту вот башню-то как стукнемся. Так. В принципе, рядышком. Йок. Чуть меня заштормило. Вначале набираем высоту, потом все остальное. 4К. Будем надеяться. Вот у нас тут заряд написан. Наших аккумуляторов. Вот, в самой дали вот этот вот. Именно тут нам нужный космопорт. Газу до отказа. Включаем форсированную тягу. Немножко уменьшаем. Сейчас отрегулируем, чтобы оно летело прямо. И высоко. И все будет у нас классно. Чтобы все время в пробел не жать. Будем потихонечку подруливать. Тяга есть. И это хорошо. Какая же здесь музыка, друзья мои. Все, можно сбрасывать, тормозить, гасить скорость и... Ой, а это не той кнопочкой. В общем, вот так вот мы ускоряемся, чтобы быстрее, и теперь начинаем тормозить. Посадочные зоны, вижу посадочную зону. Ух, еще и тени приятные. Кстати, тени стали намного приятнее, если честно. Сейчас мы погасим такую скорость и здесь что-нибудь себе доделаем. Так, дядя с большими ушами, вылазь. Ну, понял. Так, выходи, дорогой. Гостем будешь. Вот он, вышел и утопал. Молодец, тебе причитается 1300 кредитов. Раньше за это вообще копейки платили, а теперь, как видите, 1300. Сейчас мы с вами, друзья мои, посмотрим, что же за новый кораблик нам здесь добавили. Давайте-ка жопу закроем. Немножко смущает. Вот такой вот у меня летающий кораблик. Самолетик. Все, давай, съешь меня полностью. Сейчас вылезет злобная лопаська и меня унесет. Красота. Куда-то, правда, FPS убежал немножко, но тем не менее. За музыку прямо отдельный респект. Так. И нас будут, естественно, сейчас проваривать. Что мы можем? Мы можем улучшить себе шасси и можем за наши деньги. Давайте вначале посмотрим, что у нас с кораблем. Переход в гараж. Вот этот наш корабль, который был. Вот этот вот, который я не успел на прошлом летсплее купить. И вот, блин, тяжелый многофункциональный корабль с изменяемой геометрией крыла, двумя режимами полета. 15 тонн. 160К. Всего лишь ничего. Ну, я бы, конечно... Эй, не выплевывай меня, верни меня взад. Тьфу.
Я бы добавлял бы больше космического транспорта в данную игру, чтобы вот не дальнобойщики были не на одной машине, не на трех, а там на 10 разных. Ну, это тут немножко сложно. Тут для каждого своя физика прописывается и тому подобное. Забери меня в зад, пожалуйста. Спасибо. Это можно скипать? Нет, скипать нельзя. Так что наблюдаем, как меня будет нежно нога переносить. Классно. Однозначно тени допилили. Однозначно. Теперь ничего не мерцает. Тоже респект. Вот как только вот этот вот загроможденный худ экрана профиксят и доделают вид из кабины, я прям буду самый счастливый член. Поставим себе батареи. Спейс для покупки. Все, сейчас мне новые батареи приварят. Блин, музыку можно слушать вот просто на фоне игры. В общем, будем подальше летать. Вот оно, все приделали. Так, ну что, будем менять шасси, нет? Да что, чем черт не шутит, тем мужик не перекрестится. Пускай меняют. Правда, меняют по одному колесику, и, к превеликому сожалению, это тоже... Скипнуть нельзя, но пусть развлекается, что. А еще надо за 9 кредитов себя отремонтировать. Сейчас меня еще доремонтируют, и все у нас будет классно. Будем летать, вкусняхи собирать. В общем, анимация есть, и там вдали даже звезды какие-то видны. Единственное, что надо выключать сразу же, это высокие облака и объемный свет. Объемный свет, я так и не понял, вот вообще никак ни картинки не меняется, но минус 20 кадров сразу же. Несите мне мои колеса. Чтобы уж если приземляться, то приземляться, как говорится, прям жестко. Хренак! И поехал. Можно было сразу на другую тачанку копить, но не знаю. Если данное видео зайдет, и вы его будете смотреть, и я его буду снимать, будем вот так вот разглагольствовать, может быть, даже по нему и стримить, хотя не знаю, как... Оно себя поведет на стриме. Данная игра не пробовал даже. Но вот для записи вполне приемлемо. Смотрите-ка, и эти мне починили, и это мне починили, и шасси мне даже починили. А что ж ты мне бракованные шасси-то поставил, Шасси не дочинил. А, вот, еще 1%. АвтоВАЗ, блин. Ну давай, выпусти, я уже летать хочу. Крылья базовой комплектации. Выплюньте меня полностью. Все, спасибо, меня отсюда выплевывают, и мы уже уверены, что у нас все установлено, и все у нас хорошее. Так, ну что ж, полетели дальше. Немножко пролагнула камера как-то странно. Давайте посмотрим, что у нас есть. Так, что у нас здесь есть? В общем, 36К нужно, раньше 5000 нужно было. То есть обучение и все, хорош. Так, необходимые G-Type батареи. Так, а где у меня были тут G-Type батареи? Шасси, расширенные к этим. Вот тут вот надо было с центральной лететь на бриджпоинт. Что ты со мной разговорился? Так, низкий заряд уровня батареи, блин. Смартфон. На Android. Сейчас нам надо еще и зарядиться. У нас $760. Ой, меня ветром сдувает. Друзья мои, меня сдувает ветром. Представляете, я вот ехал прямо, жал вперед, а меня что-то вот в сторонку куда-то потянуло, куда-то налево. Давайте, наверное, здесь взлетим. И развернемся вот так вот, это будет немножко проще, чем мы там будем. Давай, хватит, приземляйся. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть понежнее, 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 понежнее. И выключаем. Все. Стукнулся. Так, подгрузочная. Фу, погрузочная. Сам-то подгрузочная. Так, заправляемся. Ё-моё, как дорого-то. Даже на рацион не хватит. Придется опять каких-нибудь пассажиров везти. А иначе... У нас из этого района ничего не выйдет. Но мы можем здесь яйца всякие собирать. Пришельцев. Давайте посмотрим на карте, что у нас есть. Мы сейчас находимся здесь. Так, центральная, необходимые товары. Так, необходимые везде хотят бутылки. Доступный G-Type для дронов. Так,
доступные. И вот сюда вот эти G-Type для дронов. Ладненько, полетаем, посмотрим. Сейчас просто взлетим. И посмотрим, может быть, нам тут что-нибудь вкусненькое присунут. Где-то здесь должно быть яйцо. Вот видел, 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 видел. Ой, тут же надо еще и сжать. Включаем автопарение. И осматриваемся. Кактусы добавили, этого не было. Так, ничего мы еще не видим. Все пиликает, все пердит и чавкает. Так, немножко, 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 не надо. Бриспоинт 1К. Туда мне надо, не надо. Надо, не надо. Так, посадочные гейзеры. Куда же мне лететь-то? Куда пойти? Ах, мы еще и в полете не можем использовать камеру. В смысле карту. Так, принимаются переговоры. Что-то нам сказать хотят. Давайте в центральную, наверное, приземлимся. Сейчас нам что-нибудь насыпят. Центрального члена, к сожалению, нет. Но посмотрим. Блин, как же удобно. Теперь с автопарением. Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Друзья мои, прям, вы знаете, можно летать и с большим удовольствием. По-моему, я быстроват немножко снижаюсь, вам так не кажется? Страшно. Выключаем автопарение и нежнее приземляемся вот прям сюда, чтобы посмотреть. О, хорошо-то как сел, как профессионал. Без слова профессия. Капитан, мне срочно нужно в Норд. Да конечно, Alt F1, конечно, мой дорогой, заходи. Гостем будешь. В Норд так в Норд. Пока ты тут садишься, сюда отвезем. Я внутри, погнали. Погнали, коли не шутишь. В общем, пока вот такие вот простенькие задания. Больше всего мне в этой игре нравится то, что вес груза очень сильно влияет на ваши, как бы это помягче сказать. Ой, туман. Синий туман. Похож на обман. Дайте мне карту ветров, а то не видно. Ой-ой-ой, через вулкана вот это такое себе удовольствие лететь. Ой. Успею, не успею. Успею, все шикарно. За 30 метров над землей пролетел. Принимаются переговоры. Как вы видите, здесь страшное испарение, которое могут поломать ваш корабль. А мы летим. Прикольно. Вы знаете, вот ни о чем не думая, просто летишь и рулишь. Вот просто рулишь, наслаждаешься перелетами. И осторожненько, конечно, это делаешь. Что у меня по заряду? Ой-ой-ой. А, заряда 1,2К, теперь я могу летать вообще как это, как орел. Доставьте пассажира. Сейчас еще и Эндрю куда-нибудь засунем. И Суроку. Вот, образец видим. Образец, в принципе, тяжеловат, конечно. Ой-ой-ой, немножко не долетел. Фу. Подожди. Подождите. Осторожненько. И, кстати, клавиатура мышка. Друзья мои, летать можно. Чпоньк. Да, конечно. Конечно. А, тебя же еще выпрямнуть надо. Я побежал. Бегун. Надо будет не забыть заправиться, хотя 1-1 мне хватит на все. Так, вот такой я таксишка пока, но сейчас мы возьмем яйцо. Так, стыковочка. Что мы видим? Образец. Это вот добавили совсем недавно. Новые вот такие вот интересные образцы, которые вы можете продавать. И они вам улучшат ваше финансовое состояние. Немножко карта ветров не мешает, поэтому на вы мы ее выключим. И здесь вот понежнее приземлимся. Понежнее, я сказал. Есть такая буква. Сейчас мы повернемся к этой избушке передом. Точнее, задом. Ну, ехай. А, ты в гору не можешь ехать? Ну, что ты какой? Мощности колес не хватает. Дожились. Так, и мне нужно будет на открыть трюм. Сейчас главное, чтобы этот ослан не вылез. А, это мне его в ослан надо, да? Блин, не туда нажал. Ну, вперед. Вперед и только вперед. Да, конечно, конечно, задолбал. Подожди, мне тут тебе еще пассажира надо поставить. Так, и это, по-моему, клавиши Y.
Вот, мы взяли большое яйцо. Так, ты в курсе, в бору их надо отвезти. Закрываем, чтобы этот член не убежал, а он убежал. Вот сволочь. Смотрим, где у нас бора. Бора, блин, далеко. Сейчас мы этого члена посадим. Да, заходи, дорогой, и то, и другое. Заряда 1К нам хватает. Закрываем, пока все не разбежалось. И имейте в виду, у нас теперь массы практически не хватает. Да закройся ты. Взлетаем, чтобы никто не сбежал. Так, и куда же мне его нести? В космопорт. Космопорт, там бора как раз по пути нам будет. И очень мы тяжелые. Нам еле хватает на взлет, друзья мои. Вот совсем. Поэтому придется приземляться и дозаправляться от греха подальше. Летим на максимальной, если это можно так сказать. Блин, падаю. Мощит не хватает. Сейчас. Опа, нормально. По крайней мере, до отсюда приехали. Да, немножко, конечно, тут беда с управлением колесами. Но это, скорее всего, я что-то не понимаю. Поворачивайся. 7 тонн тащу. А сюда нельзя продать случайно? Потому что иначе это я не долечу. Но... мощности не хватает. Слишком я тяжел. 1500. Местная флора. Ну, такое, вы знаете, такое себе. Да, блин, еще и ровненько надо все это делать. Стой. Когда желтенькое, станет зелененьким. Все. Все. Вот. Enter. Ну, вы знаете, такое себе удовольствие. Для начала нам надо обязательно заправиться. Текущая масса корабля. Блин, 8 тонн. Не довезу я их до туда. Но не довезу, по-моему. Ну, давайте попробуем. Чем черт не шутит, тем, как говорит, мужик не перекрестится. Так, пассажир сидит? Сидит. Я его должен доставить через минуту. Да ладно? Так, мне надо его вот сюда вот доставить. Полетели, посмотрим. Если полетит, хорошо. Не полетит, ну, еще лучше тогда. Ё-моё. Ё-моё, тут вообще пипец. Нет, друзья мои, это фигня. Это фигня, фигню не лечим. Это пипец. Пипец, как говорится, не того. Надо было продаваться там. Мне нужно разряжать теперь свои батареи, потому что иначе я не взлечу. Теперь главное не стукнуться. Сейчас у нас идет разряд батарей. Нежненько взлетаем и продаем прямо здесь. Ладно, потеряю я половину денег. Ну хрен бы с ним, но иначе я... ничего не смогу сделать. Как вы видите, мощности не хватает совершенно. Слабоват. Вот это вот показывает мне, сколько у меня максимально газа. И мы потихонечку взлетаем. Будем надеяться, игра не очень громко. Нежненько. Сейчас у нас ветер нам в попу надует. Дружище, выручай. Завис контейнер с документами. Подождите вы. Сейчас мы от этой фигни избавимся. О, шасси убрал. Еще бы он летел бы получше бы. Ну, ё-моё, пока не разрядимся, вот ничего сделать не можем. При великому сожалению. Полный пипец. Включаем автотягу. Может быть, это добавит нам хоть немножко импульса. Потому что иначе стукнемся. Ну, скажем, последующим разом мы чуть выше. И сейчас нам, естественно, не хватит немножко высоты, но мы вот так вот аккуратненько здесь. И далее как? Отберите кто-нибудь у меня права. Давай, отталкивайся от земли и взлетай. Давай, перелететь кран, а там уже проще будет. Уйо. А, у меня же автопарение включено. Блин, больно будет. Ях. Нет, все нормально. Фу. Сиди, дурак, я сам открою. Все, продаем вот это вот недоразумение. Заправляемся. По сути дела, сжег все свое питание на это.
Так, выходим. Давайте забираем эти контейнеры. Техобслуживание отведем. Отвезем их по-быстренькому. А мне еще члена надо доставить. О, блин. Как вот легко без этого всего летать. Без дополнительного груза, друзья мои. Прям шикарно, я бы даже сказал. Тек, тек, тек. Орел комнатный заказывали. Простите, громкий пробел. Так. По-быстрому. Игрик, забирай. Не хочешь? Сволочь. Не дотянулся. У меня осталось 55 секунд этого члена довести. Все, по-быстрому забирай и улетаем. Да за это ты меня уже... Конечно! Да куда ты пошел? Ну и хрен на тебя. Садись, писюк. Садись. Поговори со мной, милый. 10 минут на декларацию этих дронов. Тащи их сюда, в космопорт. Конечно. Залазь мне. Так, мне в Аслан надо по-быстрому. Сейчас время, наверное, обновилось. Посадка. Все, закрываем. И время ни хрена не обновилось. Вначале в Аслан, потом космопорт. Вот так вот сразу же. Сквозь все. Ой, какой тяжелый груз-то. Ё-моё, и груз-то такой же. Хреново. Гадя Петрович хреново это называется. Разгоняемся. Взлетаем. Мощности-то и не хватает. А как же я вам там взлечу? Вопрос. Так. Хьюстона, have a problem. В общем, мощности у меня опять не хватает. Ну и я говорю, без даты. Продадим твои контейнеры здесь. Больно будет. Больно будет. На крышу дома твоего. Нормально пошел. Как настоящий. Так и задумывалось. Тек, 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 тек. Нежнее, 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 нежнее. Извини, мужик, грузоподъемности не хватает. Так что сдадим твои пожитки. Ой, я, кажется, их немножко стукнул. Сдадим твои пожитки сейчас. И отвезем члена наконец-то. Все, давай, паркуй меня полностью. Ни хрена. Припаркуйтесь ровнее. Так, смотрите. Отработанный сервисный дрон. 1000, просто как с куста. Извини, мужик. Не судьба. Что-то потемнело у меня в глазах внезапно. Так, член со мной? Член со мной. Зажигание. Внимание, в задний ход. Так, в Аслан его надо, да? Начерело. Начерело. Доставить контейнеры за 7 минут. Да никак, я тебе их не доставлю. Так, мне нужна карта. И убрать вот это все недоразумение. Ё-моё, их япона мать, глаза-то повылазит. Милый, я горю. Тихо, не лагай. Не лагай. Не лагай меня полностью. Ландей. Мэйдэй, блин. Можем понежнее? Ну, практически да. Чиркнул немножко крылышком. Яйцом. Так, куда мне тут надо? Хоть где-то надо отремонтироваться. А мне еще 3К до космопорта лететь. Ах, вот здесь мы и отремонтируемся, кстати, друзья мои. В центральный хрен мы отремонтируемся. Тут ремонтного нет, по-моему. Или есть, не помню. Ну, по крайней мере, заправимся точно. Я падаю. Я падаю. К превеликому сожалению, я все-таки падаю. Так, ну давайте падать немножко нежнее. Падаю я из-за того, что поломал себе крылья. Ноги и, главное, хвост. Стой, не съезжай. Видали, как умею? Как настоящий. Так, летим. Летим, ветра мне неинтересно. Кстати, за счет ветров можно тут еще и ускоряться. Блин, хоть бы здесь можно было отремонтироваться. Если нет, это будет полный кисец. Нет, это не ремонтная мастерская. К превеликому сожалению. Зато у меня теперь есть дополнительные баки. Вот так вот и будем перепрыгивать, перелягушивать. Так, мужик обиделся. Капитан. А, 10 минут на его. Фу, за 10 минут я тебя на соседнюю карту увезу.
Да, конечно, горения раньше вот такого интересного не было. Один трастер искрит, второй горит. ДФ за рулем. Что вы еще хотели, друзья мои, товарищи? В общем, присутствуйте на стриме. Будет очень интересно, я надеюсь. У нас там такое глобальное. Такие глобальные, как бы это помягче сказать, идеи. Ага, если я сейчас заправлюсь, я стану тяжелее. Чем больше я сижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, покушаю вкуснее. Так, с контейнером обосратушки заправляться мне нельзя. Я тяжелее становлюсь. Гади Петрович, хреново. Но чуть-чуть. Вот эта вот желтая рисочка, это вот как раз показывает. Простите, пожалуйста. Это как раз показывает мою подъемную силу. Давайте потихонечку будем надеяться, что мы все-таки до туда долетим, до этого слона. Ой, что-то я рассопливился. Это не есть хорошо. И вот на таких перелетах прям приятно. Карту ветров включить. В общем, чуть-чуть весный ветер у нас. Разгоняться особо не хочу, потому что когда вы разгоняетесь, вы, естественно, начинаете лететь вниз. А это мне не нужно. Отремонтируйте меня полностью. Ой, как громко музычка заиграла, но приятная. Прям такой терминатор, блин. Вот сейчас ветер нам в попу дует, и это нас немножко ускоряет. Вначале ремонт, потом все остальное. Тут надо бы пониже, понижнее, если можно так сказать, приземлиться. В принципе, этот худ нахрен не нужен, если на то дело пошло. Только смотреть, куда тебе лететь. Все, импульс вниз, и приземляемся как можно нежнее. Гори, ясно. Опа, все. Я дома. Забери меня полностью, пожалуйста. Мою полыхалку забери. Текс. В общем, ставьте плюсик, кто хочет смотреть прохождение данной игры. Естественно, я буду взрываться. И много чего тупить. Ну, все как всегда. Все как всегда и все в нашем репертуаре. 87 кредов за починку всего. Для другого типа корабля тут много-много вкусностей. Замена агрегата двигателя. В общем, мне денежек не хватит, чтобы мощность поставить, чтобы перевозить вот эти блинские уже гадости. А где вообще мои деньги? У меня всего лишь 3000, если бы я этого ослана доставил, мне бы денег хватило. А мы можем эскейпнуть это все? Нет, не можем. Не хочет. Так. И агрегат мы тоже заменить себе не можем, да? Невозможно. Нужно больше кредитов. Нужно больше золота. Нужно построить декурат. В общем, мы отремонтировались. Давайте этого члена высадим. Потом вернусь сюда. Поставлю себе нормальный движок. И уже будем перетаскивать всякие контейнеры. А то это такое себе занятие. И, в принципе, играбельно на клавиатуре мышки. Кто-то счастливый обладатель будет со мной тоже летать. Ну, естественно, не со мной. Пока что онлайна здесь нет. И не знаю, будет ли. Вот сюда вот мне их надо было через 1,5 минуты привезти. Так, ожидает высадки. А что, ты прямо здесь ожидаешь высадки? Ну, пошел нафиг. Дай мне денег. Денег дай. А денег? 600 кредов. Так, где мои креды? 5200. Японский бог. Ну, совсем немножко, да? 5200. А надо было неизвестно. Не помню, 5 с чем-то. Если хватит двигатель заменить, будет хорошо. Вот жалко, вот эту вот анимацию скипать нельзя. Это очень красиво, но вот когда вы наиграете часов 100 в нее, я думаю, вы офигеете ее смотреть каждый раз, как вас вот так вот нянчит двигатель. Блин, 100! Не хватает, 100! Ваш корабль 3000, а где же мои финансы-то? Вам нужно больше. Еще и ремонт за один кред. Ну, ты что, меня не допилил, что ли? Пшик. Пшифаркусь. 5к я могу поднимать. Ну, нормально, что.
И ты вот так вот... А, шасси, за то, что меня вот поставили, не нежно. С меня еще на целый кредит нафигачили. Так, ну что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости и зрители моего канала, с вами был Даев. Подписывайтесь, кто не подписан, будет еще много всего интересного. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Рандомный смотрельщик данного видео за комментарии получит от меня ключик. В общем, всем вам повыше FPS, поменьше багов, лагов, всего самого наилучшего. Огромнейший вам всем лайк за просмотр. Всем до встречи на стриме, всем приятной игры, всем пока-пока. Красота вообще. Супер. Всем пока.